Rare Metal Mining, сингапурская холдинговая компания по добыче драгоценных металлов, заключила партнерские отношения с инвестиционной платформой MarketPeak. Rare Metal Mining находится в процессе совместного владения лицензией на разведку месторождений золота и меди площадью 2398 гектаров, расположенной в Монголии, именуемым «Золотой рудник». Согласно предварительным результатам геологического сканирования, «Золотой рудник» оценивается в 100 миллионов евро. Rare Metal Mining планирует продать долю владения «Золотым рудником» через Gold Mine токены. 50 миллионов токенов будут связаны с 50 миллионами акций Rare Metal Mining. Один токен равно одна доля. Собранные средства будут использованы для покупки и разработки рудника. Rare Metal Mining планирует запустить выплаты дивидендов в течение 36 месяцев с момента запуска. Планируемый период выплаты дивидендов превышает 10 лет. Это будет достигнуто за счет использования новой инновационной технологии геологосканирования с помощью резонансной спектроскопии света, а также сочетание партнерских отношений на ранней стадии отбора и создания совместных предприятий с надежными и способными компаниями для добычи и продажи минеральных ресурсов. Инвестируйте правильно!